Всем привет! Вы на канале Авимотики. И сегодня мы будем вскрывать новогодние подарки. Начинаем! Мы эти подарки купили в фикс-прайсе. Там еще такие квесты, не видите, какие там. Все, теперь начинай! Давайте покажем. Этот подарочек у нас самый маленький, стоит он 55 рублей. Авелиночка, вот у тебя подарочек потяжелее, да? Стоит он 77 рублей. А вот у Матвея самый тяжелый подарок, я даже поднять не могу. Попробуй поднять. О, тяжело тебе, Матвей? Да. И стоит такой подарок 149 рублей. Давайте их все откроем и сравним, чем же различаются эти подарки. Начинаем вот отклеивать. Давай. Давайте начнем с самого маленького. Я это все открыл мой. Да. Покажи, покажи папе, что в коробке. Вау. Покажи. Покажи. Полная коробка или нет? А пахнет, нет? Чем пахнет? Я не знаю, чем. Так, я не могу его вскрыть. Мне бы кто-нибудь помог. Смотри, вот мишка. Мишка. Мя! Застряла, да? Вау! Вот еще какая. Это все? Это все? Да. Так, ну давай смотреть. Сейчас Эвелина высыпет, и мы сравним, у кого сколько. Конфета полетела. А теперь, ребятки, давайте выкладывайте, будем сравнивать, у кого какие конфеты. Ну, первую конфету выкладывай, Эвелина, а мы будем смотреть, у Матвея есть такая или нет? Такая у меня есть. Так, давай выкладывай, значит, один-один. Дальше. Так, умка. Это у нас с ирисом конфетка. Вот так вот, будем параллельно выкладывать. Авелина, вот это, нет такой? Теперь Матвей выкладывает. У меня есть вот такая, Авелина уже развернула. Нет, она сама полосвернутая. Рядышком, вот там. Она полосвернутая. Это, наверное, уже кто-то пытался поймать. У тебя такая есть? Ну, у меня есть. Есть. А у меня две. Супер контик. Супер контик. Шоколадный вкус. Печенье сэндвич. Это две печеньки с начинкой. Авелина, у тебя есть такая? Есть. А вот про эти мы не сказали. Это у нас карамель синьорита. Мама сита синьорита. А это у нас Шоколео. Конфета с лёгушкой. Давайте дальше. Какие еще конфеты? Может, нет. О, Велина какая. Что это? Джек. Это у нас вафельные конфеты. Вау. Вот видите, тоже такой нет. Значит, выкладываем вперед. Крем-йогурт. Такая есть у тебя, Велиша? Да. Клади сюда. Следующая Велине на очередь. Вот такая. Давай посмотрим, как называется. Сладкая со свечей. Нет, значит, Авелинину сюда кладем. Теперь это. Как называется? Покажи. А здесь по-английски написано. Давай. Конфеты Контиму с молоком. Вау! Есть у тебя такая, Авелин? Есть! Парная конфетка. Дальше, Авелина, выкладывай. Фифа. Золотая птичка. Карамель. Матвей, есть у тебя карамель, золотая птичка? Золотая птичка есть. А у меня вот, выкладывай. Вот, у тебя такая есть? Тимми, это конфетка мягкая, тофи, с апельсином. У Авелиночки тоже есть такая конфетка. Теперь я первая. Давай. Вот такая зелененькая есть у тебя? Есть даже две. Дай посмотри, как называется. Это у нас как арбузик. Она мягкая. Там мармеладка, жвичка. У меня остался цветок. Один перья. Давай. Есть такая у вас? Нету. Как так? Фруктовая радуга душес. У меня нет. Нет такой, точно? Так. Хи-хи-хи. Сюда выкладываем. Матвей перья. Золотая
У меня всего лишь 4 осталось. Давайте посмотрим, 2, я даже не поняла. 3, 4, шоколадная, складывай. Дальше. Кто следующий? Я. Выкладываем ее сюда. Внепарные, вот сюда мы внепарные. Что это? Карамелька. Есть, Эвелина, у тебя такая? Сливочная. Сливочная карамелька с котенком. Так, это у нас Тимми с клубничкой. Нету. Да. У меня все вот эти вообще. А вы бы какую конфетку хотели съесть? Я хочу. А я бы хотела. Какую захотела Эвелина? Розовую, да? Это я и приму. И теперь мы вместе будем открывать большущую коробку. Там целых 500 грамм конфет. Вау! Здесь у нас конфеты разных производителей. Там тут тысячи нет. Выкладывай. Так, выкладывай на серединку. Чупа-чупс у нас здесь такой. Это у нас конфета. Матвей, это супер-бык, представляешь? Вау! Супергерой. А я вот. Это у нас бомбонель. Разные? Твоя синяя. Какую мы еще не видели. Попалась, вот, да? Вот, смотрите, вот это мне синенькие. Тофи, сливочно-шоколадный вкус. Следующий доставай. Можно я щебенку? Я тигренка взяла. Со сливками. Тигренок. Так, а почему тигренок? Это шантарей. Шантарель. А это у нас тоже какая-то шоколадная конфета. Такой у нас не было еще. О, повторка. О, опять повторка. Нет, такой не было. Мам, вот это еще. О, повторка. Это у нас стробери. Вау, такая не повторка. Такой точно не было. Шадок. А вот это... Конфеты мне больше нравятся, чем в предыдущих. Это уже тоже повторка. Эту... Вот еще новая. Тут, наверное, по... Ой, коровка какая. Нет, а, ребята, а вы знаете, Новый год кого у нас будет? Какого животного? Знаете? Коровы. Да, кот быка. Мама, я вот эти возьму. С ароматом желейка. Можно? Опять коровка. Доставай, доставай. Нам интересно, что там, сколько там еще конфет. Вылазь. Быстрее достаньте. Со вкусом клубники и банана. Такая тоже есть. Так, Золушка уже тоже была. Где она у нас, Золушка? О, все, больше ничего нет в этой коробочке. Карамелек здесь практически нет. Вот карамельки. Вот карамелька, вот тоже карамелька, а это все у нас вот шоколадные конфеты. Вот. Вот сколько карамелек, а остальное все шоколадное. Да, ну да, шоколадное. Шоколадное, шоколадное. И одна вателька. Ребят, вам понравились подарки? Да! Коробочка с конфетками больше понравилась. Мне вот это. Вот и это, потому что там вот такие вот солнышко там есть. А еще почему вам понравилось? Потому что самая большая. Большая. Еще там леденец. Еще и леденец есть. А у тебя какой леденец? Вот такой. А по цвет моей. По цвет моей одежды. У меня по цвет. Ребятки, а теперь мы прощаемся с ребятками и будем есть сладости, да? Сладкого Нового года! Пока-пока! Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, если хотите увидеть дальше, что продолжим. И у меня класс стал единцом!